Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем несколько вариантов слова «жить» по-японски с примерами и тестиком. Материал из видео будет ВКонтакте. Вот видео по грамматике N1 тоже скоро появится, вторая часть. Итак, все эти глаголы «икиры», «курасы», «суму», «сейкацу» и еще одно «суму» означают «жить». Посмотрим, чем они отличаются. Там сегодня в группе ВКонтакте было голосование, какой из этих глаголов означает «жить» — «все». Икиры — жить в значении «быть живым». Да, у этого иероглифа 20 чтений. Сэй, сё, уму, умарэйру, икиры, икэйру. Так вот, икэйру — это поддерживать живым. Отсюда слово икэбана, то есть цветы, которые поддерживаются в состоянии в живом. То есть икиры — это именно жить в значении не быть мертвым, а быть живым. Курасу — жить в значении повседневная жизнь, быт. Курасу ближе всего к сэйкацу суру. Суму — жить в значении проживать где-то по адресу. Сейкацу — жить в значении вести быт. Суму — жить о животных, водиться. Сейсоку — сейсоку суру — жить, обитать, тоже водиться. Примеры. Икимоно — это живые существа, живность. Растения, в общем, тоже входят. Все живое. Хитори гурасио суру — жить одному. Гакусей сейкацу — студенческая жизнь. Донна и ни сунде иру но десёка. Интересно, в каком доме он живет? Проживает, да? Соро суро хитори гурасио хазиметай. Оканэ ва доно гурай какару. Хочется вскоре начать жить... Хочу вскоре начать жить один. Во сколько это будет обходиться мне? Кто... Ханэйзин изуми. Ва. Африка ни сэйсоку стыру. Прыгунчики водятся в Африке. Как и глагол суму, сейсоку суру тоже через ни используется. Через де это неправильно. Коно море нива кумага сундиру но де киоцкета хогаи. В этом лесу водятся медведи, поэтому нужно быть осторожным. То есть сейсоку суру и суму вот это, в общем, тоже одно и то же. Суми нива мамонога сундиру. В углу живет нечистая сила. То есть, помните, мы, например, чертей считаем на хики, то есть всякая нечистая сила, это все ближе к животным, поэтому сундаиру вот такой. Веду богатую жизнь, ютака на сайкацу штейру. Сёкубуцу тотомо ни икиру кинтати. Бактерии, ну это бактерии, грибы там всякие, да, живущие вместе с растениями. Они, ну, икиры... Не водятся, да, а в плане живут, вот как паразит живет вместе со зверьком, которым он прицепился. Объяснение на японском с сайта HiNative. Икиры. Сэймэй тай тоште кацудо суру, то есть жить в качестве живого организма. Например, сакана ойкита мама туракуде хакобу. Живую рыбу перевозят грузовиком. Хантайго антоним это сину, то есть жить, а это умирать. Курасу, нинген, то есть ты всякая тайкиника отсюда суру. Да, вести деятельность в обществе в качестве человека. Сумато, тариде, цумасику, курасу. Живем вдвоем с женой, ну, цумасику, скромно, экономно. Сейкацу суру, примерно курасу, да. Котиро но хога, йори гутай тайкина, канзига аримас, канзига симас. Ну, то есть чуть более конкретно, чем курасу, да, про образ жизни. Так, давайте вот так сделаем. Мата доуси тось те йокуцкау нова курасу нохо да то омоймас. Ну, а также я думаю, что в качестве глагола чаще используется курасу. Джикю жисоку де сейкацу штейрю. Это самодостаточно в плане на свои деньги, сам себя обеспечивая, живу. Суму токутей но басё ни тейзю ште сейкацу суру. Поселившись в определенном месте, жить. Окина яма но штану и ни суму жить. Под горой большой. Тестик. Ватаси ва парини что-то иру. Сунды иру. Проживаю, да? Живу в Москве, живу в Париже и так далее. Аруто куроде одзи санто обасан. Ва втариде курачте и мачта. Ну, это в сказках. Все время там эти детка с бабкой жили через курасу. Цучибутава африка ни. Так, сейсоку суру, да, сейсоку суру, тут должно быть не чте, а суру. Сейсоку суру мазураси хонюрюдес, ну, деару. Значит,
Цучибута – это редкое млекопитающее, живущее в Африке. Да, я забыла посмотреть, кто такая Цучибута. Сейчас, секундочку. Какая-то свинка должна быть, да? Какой-то кабанчик. Бута. Земляная свинья. Это, друзья мои, трубка-зуб. Похоже на броненосца без брони. Можете погуглить Цучибуту нашу. Гутамите кудасай. Так, робуста. Это лобстеры. О, мама китейта. Мама, помните, был недавно материал про маму? Видео было про маму. Этот лобстера порезали, ну, резали живым. Бедный лобстер, но это икита-мама. Есть что-то живое, как азиаты иногда делают, да? Это икита-мама табэрю. То есть что-то, пока оно живое. Раков варят, да, живыми. Это все вот икита-мама называется. Танинто нанте музукасито мованай. Не думаете ли вы, что жить другим человеком тяжело? Курасу нанте. Хотя здесь сэйка цусуру, в принципе, тоже подходит. В оригинале предложение было курасу нанте. Вот. Коно саканава ата такая умени. Ну, живет, водится. Что там, сэйсоку штейру или суму. То и то можно. Ватасино софува нэнкинде ирю. Что там, сайкацу штейру, да? Живет на пенсию, дедушка мой. Соно атуа вцу но дзоку... Дзокудзин? Да, дзокудзин. То есть и та. После этого вот жил как обычный простой человек. Вот, в оригинале было как обычный смертный. Вот, ну, смотря о ком речь в контексте, может быть, это какой-то там лишившийся сверхсилы кто-то, вот. А в оригинале было Китейта, а нет, Курасьтейта, проживал, жил, ну, тоже Курасьтейта, Сайкацуштейта, жил как обычный человек. Наннингурай но хитобито га гензай хинкон но накаде иру но ка. Курасьтейру или Сайкацуштейру. Да, Сайкацуштейру. Оба подходят, да, синонимы. Сколько же людей в настоящее время живет в бедности? Задается вопросом человек. И последнее. Яцуга иру кагири кимио ойцудзукеру. Он будет преследовать себя, пока он жив. Пока он жив, в значении не мертв. Поэтому ите иру кагири. И вот они ответы. Наверное, самое короткое видео. Вот. Следующее будет не короткое, потому что там будет сколько? 70 почти конструкций на один. Все, до свидания.